Мы полны решимости опровергнуть этот закон на этой специальной сессии, которая завершится 7 августа, и до тех пор мы будем оставаться в стороне, чтобы сделать это дело. Мы собираемся использовать это время, чтобы умолять наших друзей, наших коллег и наших лидеров Конгресса, что время настало, времени больше нет. Мы должны принять строгий федеральный закон о защите избирателей, и вы должны сделать это сейчас. Вы должны сделать это до августовских каникул. На карту поставлена наша демократия. Вот почему мы здесь. У нас не было другого выхода, нечего было отдавать, поэтому мы заняли позицию и покинули штат Техас, потому что это было лучшее и правильное решение в нужное время. И позвольте мне сказать вам следующее. Кто решил, что это конституционное право заслуживает большего уважения, чем другое? Я скажу вам, кто. Это штат Техас. Республиканский законодательный орган решил, что ваше право на ношение оружия важнее вашего драгоценного права голоса. Мы не верим в то, что это конституционное право заслуживает большего уважения, чем другое. Все они заслуживают равного рассмотрения и равной защиты. They all deserve equal consideration and equal protection.